И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и Виктор. Сегодня мы играем в GTA 5, будем поднимать вам настроение и решили помочить копов. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Ребята, сегодня наша цель — продержаться как можно дольше от копов и не умереть. Вы готовы? Да, капитан. Я не знаю, короче, у меня пока 3 звезды, у кого сколько звездочек? 3. 5 минут. 3. Короче, мы специально нашли такую местность, где вертолет нас не достанет. Ну и копы не смогут подойти с другой стороны. У них только одна цель — это умереть. А у меня цель тоже — умереть тут. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Так, у меня, кстати, снайперка, ребята, я купил. О, давай снайперка. Идем, это уже хочу снайперкой помочить. Давай на красоту. Сейчас вам покажу. Хорош гранаты кидать, трясется вся хата. Блин, они все копа умочат, так никого не убьют. Так, 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 вижу копов. Ну, что-то не попадаю. О, попал, отлично. Надо прилобаться, Димон, да, как-то ваешь. Так, надо что-то мне взять поинтереснее. Так, тут мои кишки лежат. О, буду просто подавляющий огонь делать. Вот откуда они, вот. Вот так, да, значит? О, нам на крышу приземлились. Чубрики. Как они пробрались? Не-не-не, подожди, я пока низ тут защищаю. По красоте. О, он сейчас подлетит с машины. Видишь, у тебя подавляющий огонь у меня. Ой. Серега бежит. Ты тут, Серега, тоже умер был? Да, один раз. Все, пацаны, вы теперь точно должны продержаться. Блин, у меня жизни писечка, надо пережить. Я скажу, что жизни регенец. О, смотри, веревки с вертолета. Ого. А смотри, что они багаются здесь через крышу? Они на крыше. Сейчас к нам гости придут. Ой, я вижу, как к вам едут менты прямо. 4 звезды, пацаны, все, держимся. Разогревка прошла. Сейчас я вам помогу с воздухом. Как присесть, Димас? Q английская. А, Q, точно. А то я пропел все время называл. И он перелазит. Так, давайте немножко их огорчим. Не, ребятишек, да? Там граната, аккуратно, мужики. Блин, от потолок рикошетило. Убил, убил. Опа, идет, идет коп. Ой-ой-ой. Мой друг Калашников. Все. Блин, классно поставил. А, блин, знаешь, откуда у меня убил коп? Откуда? Он сверху стоял там на лестнице. А, вижу, вижу, вижу. Блин, вот это мы не учли. Я тут чуть ли не с пулемета фигачусь. Так, давайте, тут можно перелезть? Я пойду крышу защищать. Я, ребята, кстати, еще ни один раз не умер. Учитесь у меня. Ну ты ж керрися, наверное. Нет, тут бегаю, активничаю. Активный у меня спорт. Давайте, давайте, вы не расслабляйтесь, главное. Так, надо другую позицию занять, потому что они с двух сторон заходят, это сложно. Я иду наверх. Буду сверху и гасить. Давай, давай, давай попробуем сверху реально. Так, давайте здесь, где-то здесь. Ребята, если вам нравится, не забывайте оценивать ролик. Ну и ставить лайкосик. Все, давай вот тут, короче, вот здесь вот. Вертолет. Так, возьму-ка я... Не долетает. Возьму-ка я... Это моя долетает. Винтовочку. Серега, я с тобой. Ого, кто так вертолет взорвал? Это Серега. Серега, красава. Надо будет тоже мне РПГ купить. Воу. Ну ты вообще... Тихо, тихо, мужик, прячься. Виктор, Виктор, давай поспокойнее. А где Виктор? Я его не вижу. Я летаю здесь на машине. А вон, я вижу, на Делориан. Ну ты зверь какой-то прям. Пау, пау, пау. Твои тачки уезжают. Вой, красивая. Наверное, это не я сделал. Но мне дали 2 звезды. Тыщ, это взрывы. Шикарные. Да, Виктор, так, доставь так. Нам хоть что-то. Откуда у нас вертолет на крыше? Пацаны, чекайте крышу. Можем умереть. Да, все нормально. Я на кого батон крыши? Первый этаж. Ноги надо простреливать. Они потом все равно сдыхают. Я гранатами закидываю. Это хорошо. Я пошел с дробовичка их убивать. Вертолет, пацаны, вертолет прилетел. Где? Не вижу. Вот. О, я ему сейчас по заднему хвосту. Смотрите, как можно обезвредить вертолет.
Вот, сейчас. Меня даже... Не могу. Били. Первый раз. А, не, все, вертолет, короче, там пошел гулять. Минус один. Прям передо мной. Еще один улетел, Ха-ха-ха! Блин, ребята, это эпик. Так, у меня есть три гранаты, давайте их используем. Мужики, держите это. Пельмешка. Держи. Хлебушек кусочек. Отлично, ребята, сейчас на подмогу на тачке подъедем. Ой, калитки так прикольно заскриптованно полетели. Так, где моя снайперка крутая? Дождь под шоу, Димас, как раз. Блин, а меня валят потихоньку, мне жизни-то кончаются. Ой, ты что-то врезался? Ты что тут трупаешь? Ну, мужик. Лови гранату прямо в эту машину кину. Так, Серега погиб. Жалко его, конечно. Может, свертика где-то гасит? Вроде нет. Пацаны, ну чё, в этот раз мы уже хорошо играем. Крыша делает чудеса. Да как пригинаться в машинке? На X. Как? X. Спускаются. Спускались. Убили, ладно. Смотри, что сделаем с ним, а. Уже две смерти, офигеть. У меня только одна. Я прям какой-то лошарик. Так, вы видите? Займу, короче. Да откуда стреляют? Буду издалека гасить. Так. Подожди, подожди, это здесь. Это вот вышка. Так под лестницам долго поднимаешься. Давай уже, быстрее. А кто-то меня дамажит, вы никого не видите? Вот смотри, челик, вот это ты был. Все, он туда больше не выйдет. Я ему ноги прострелил. Сейчас мне зачитать, что я его убил. О, смотри, самоубийца. Столько вертолетов здесь. Хотя бы один из них. Там еще один. Еще один вертолет. Ничего себе. Димон, валим вертики. Я с дробовика тут вообще убиваю всех. Че, давайте тогда соберемся и угоним. Просто будем гоняться от них. Давайте. Все, давайте, давайте. На! Ты что, топором их? Короче, давайте ментовскую тачку воруем. Ты чего, мужик? Тачка гонять. В затылок. Едем, едем. Все, у нас теперь погоня. Преследование. Или побег, как правильно будет сказать. Ого, все, там уже ловушки делают, походу. Сейчас колеса вы пробьете. Не-не, все нормально. Ой, блин. Бля, у меня машина фуфляковая. Серега, ты в тачке у моей, да? Да-да-да. Отлично. О, менты. Пум. Летим, летим со всей силы. Подбили нас. Ой, вы у меня там телепортировались чуть-чуть. Это мы телепортировались, у нас тут так запланировано. Понял, все. Догоняю вас. Вообще классно. Ты, Димас, там тоже неплохо в пальму вписался. Не, я же думал, вы туда будете ехать, все, за вами. Я сейчас машину буду менять, машина говно. Я подожду. Блин, прикольно погонять так по городу. А у нас что-то с тачкой полицейской, у нас мигалки что-то сломалось. Короче, я сейчас тут машину украду какую-то. Выруби ее. Я вырубил. А, тут нет тачек. Все, погнали. Ментов так закрили. Ого, че, пистолет-пулемет у тебя? Да. Впереди, видишь? Врезаемся прямо в тачку, смотри. Че, в нее сядем? Давай, 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 я хочу в нее сесть прям. На более бронированное. Давай, чувак, валивай отсюда. Стойте, погнали. Ждите меня. Ждите, ждите. Ты колесо пробил. Она вообще бронированная. Димас, давай садись. Сейчас будет. Я сзади буду! Давай. Ребята, буду от первого лица. Так я еще не играл. Во, я открыл двери. Сейчас, я, пацаны, буду стрелять. Только смотрите, аккуратно ведите. Блин, что он калитку постоянно открывает, закрывает? А, в этом есть прикол. Я заряжаюсь, хоп, калитку закрыл. Хоп, ха-ха, прикол. Ну че, где там? Я никого не вижу сзади. Надо их подождать, наверное, не? Все, едем, едем.
Норм. Да, они так никогда не догонят. Вам едут. У нас, знаете, почему мы так не едем? У нас одно колесо сдулось, короче. Сдулось? Ты его пробил. Нет, сдулось. Вертолет летит. Вижу, вижу, он не подлетит. Я сейчас возьму оружие нормально. У нас три звезды, и то они у меня пропадают. Да, вот это возьми точно. Давай, Димас, наваливай. Наваливай, наваливай. Я там аварии, смотри, какие делаю. Я видел, видел, круто. Я буду наперед смотреть, потому что... Там вообще никак. А я взад буду стрелять. Так, прицел не сильно кидает, так сильно кидает. А, это нам не надо туда? Так, а ну как я там вообще выгляду? Что-то менты нас отстали, да? Сижу себе. Веселее. Ой-ой-ой, вот это вы полетели. Это было эпично. Я тебя тут такие разворотики делаю мощные. Так, пока что у нас одно колесо пробито. Это хорошо, что одно. Потому что если два будет, то нам придется тачку менять. Тыщ. Че, пацаны, вы куда? Все, вертолет убил я. А ты машину, да? Не-не, все нормально. Летим, летим, продолжаем. А Серега, ты можешь стрелять, кстати? Да-да-да. И что я их тут мочу? О, это тоже круто. Они только отлетают там. Сзади, смотри, Димас, по карте сколько полицейских сзади. Они не могут догнать, я всех убиваю. Я сейчас к вам на танке приеду. Я танк вперед. Меня убили! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в GTA 5. Димончик, поздравайся. Всем привет. Сегодня будем беспредельничать, веселиться, если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы с Димоном едем на Old Beach, старый пляж. Димон, как тебе вообще мой танец? Нормально я танцую? Да, мне нравится. Но это еще не все, что я могу. Я могу лучше, смотри. Вот так могу. Короче, Димон, на карте есть метка, едем туда. Не, я метку поставил уже. Так, сегодня я вам покажу... Тихо, уроки, тихо, тихо, Димончик. А, Димончик, ты, ты псих какой-то, я боюсь с тобой ездить. Нормально, я водила. Как первый поворот, Димас, я сразу врезаю. Не-не-не, ты сможешь. Ой, я не хотел. Да ладно, Димас, все равно у меня тачка... Ой, я могу по красоте, смотри, что делать. Чувак врезался-то. Смотри, чтобы они нас потом не... Ух, ты видел аварию жестокая? Они туда, они туда. Тихо, ой, тихо, тихо. Я же сказал, как первый кто поворот. Кто там? Кто такой жесткий? Так. Димас, как знаешь, по трассе вот так вот в реальной жизни поворачиваешь? Да не-не-не-не, я бы не хотел, чтобы ты был за рулем, честно скажу. Че-то я сыкаю. Нормально, наваливаем. Тихо, тихо, тихо. Дима, новая тачка. Ух, как ты так сделал? Она старая, ей уже 5 минут. Но... Без 5 минут разбивания сейчас будет. GTA 5 долго тачки не живут. Смотри. Там кто-то за нами увязался, какие-то копы. Но мы нормально наваливаем. Вот это дрифт ты дал, красавчик. Ну, умею иногда. А я думал, ты не умеешь. Видишь, не умеешь. Вот это мы психи. Просто все разломал. Вообще жесткий ты мужик. Смотри, как колесо обозрения красиво выглядит, да? Офигенно. Чё-то копов нету, оторвались, в принципе? Да. Ух ты, выдаешь. Так, ждем сейчас. Вообще? Будет утро, и они придут, там будут качаться, и мы с качками будем заниматься спортом. Покажем, кто из нас кто. Давай, 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 Димончик. В принципе, неплохо наваливаешь. А вот тут мы застрянем. Нет. Нет. О, Димон, стой, моя мечта. Давай. Это что за тачка, Бугатти? Женщина, я вам верну эту машину, подождите. Это Бугатти, Дима, сточила? Не, не знаю. Инферно написано. Это бомба, да? Тачка, мне очень нравится. Точилка. Так, так, так. Вот, ребята, мы в ночном, как оно, Лос-Анджелес, да, называется? Лос-Сантос.
Сантос. Ну, взяли, да, с оригинала тут есть, короче, достопримечательности. Да, тут оригинал прям есть, вот в реальной жизни, ребята, то есть... Ты так говоришь, как будто ты был. А ничего, вот этот чувак, видишь, который курит, он будет нам возвращать это все. Так, давай, короче, тут где-то чувак должен мне денег отдать, сейчас мы его найдем. А, да? Чувак. Вот она, вот она! А, нет, Димон, да, нет. Это не она. Да не, просто похоже, она вроде в юбке будет стоять. Да, сейчас, да, сейчас, да. Сейчас, можем, сейчас. Кстати, маски одеть впереди, есть масочная. Не-не, без масочных будем всякие. Как масочная, только как закусочная. Вот он, вот он! А, не, Димон! Это не он. Вот он, вот он! Сейчас, Димончик, он мне денег отдаст. А ну иди сюда. Эй, стой, мужик! Ну ладно. Ты какой-то жестокий. Так, ребята, осталось чуть-чуть и будут качки. Тут, Адимас, у меня звезда, надо что-то делать с этим. У меня тоже звезда. А кто нас спалил здесь вообще не... А душа. Кто-то, видно, когда он упал, в воздухе копа вызвал. Нифига. Так бывает же? В заднице телефон, короче. Нормально наваливай, мне нравится. О, прикольно. Кто это, Димас, она у тебя гасит? Димас, это каскадерские трюки какие-то. Ну, я люблю GTA 5 за это. О, движок какой-то новый поставил. Так, осталось чуть-чуть, и качки придут. Ну, поехали проверять, может, уже есть. Цилиндров. Димас, я пришел тебе на помощь. А, Димончик, тут жестко. А где ты бластер такой взял, крутецкий? Мужики, я свой. Я просто перепутал вас. У меня патронов мало на бластере. Я походу... А, Димон, Димон. Много выстрелов. Чё, кстати, у нас, ребята, хорошо получается. Блин, ну так круто смотрится, как будто это не из GTA 5, а Saints Row какой-то. Нормально. Так, снайпа, офигеть. Ай-яй-яй, кто-то стреляет по мне. Блин, это вертоблёт. Я сейчас, я в этого вертухана прицелюсь. Чё-то этот челик названивает как специально. Я убил водителя, смотри. Красавчик. Пилота. Смотри, что он... Сзади. Ай-яй-яй. Ух, с локтища. Димон, смотри. Бум. Не, я уже не вижу тебя. Я с кулаками на спецназ. Правильно, так и надо. Ну чё, кто... Давай тоже ликвидируйся и пойдем там будет. Я на картофаны сел. О, Дима, знаешь, что будет? Вот встань на крышу. Я тебе покажу, что будет. Давай. Вот ты вот сделал. Нифига себе жестко. Я не ждал, что так отлетишь. Ты у меня прям сальтуху двойную сделал. Я просто стою, мужик. Смотри. Ого, меня втащил. Эти Джедди вас танцую. А. Ого, хуки прописываю. Не, Димас, ты какой-то беспредельщик. Мы вас проверим точность копов, насколько они точные. Они по мне попадают. Ну, Димас, что-то они не очень точные на самом деле. Димон, смотри, я сейчас копа отвлекаю, типа, смотри, иду за ним. И ты его сбиваешь, видишь? Сработало. Давай. Димон, аккуратней, новый коп был. Новый? Он жирный, ты не можешь теперь выехать. Да ну. Во, нифига себе, он реально жирный. О, жиробас. Еще один. Бум, ого. Вот это он орёт на тебя. Сдаюсь. На. Вот, блин. Убили? Да, убили. Димон, смотри, на чувака разлил чай, меня хочет побить за это. Вот. Оп. Оп. Он не может попасть. Ого. Наверное, какого-то сбил, а он за мной бежит теперь. Оверхендушка. На, с локтя. Ух, апперкот. И ногой. Димас, я тут по пляжу гоняю, вот это я даю. А я тут чуваку просто иду случайно и бью всех. О, качки появились, Димон! Да? Их тут просто куча! Подожди, сейчас я подъеду. Я удираю от копов, я надеюсь, у меня получится. Блин, увидели. Так, это качок этот виноват. Ого, тут баба здоровая! На, посрача! На! Не вставай. Ого, она крепкая. Вадим, да, у тебя тут копы водятся. Да я качков бью, они здесь качаются. Тут была женщина очень накачанная. А, тут все женщины сегодня. Женщины.
Женщины-качки? Да. Знаешь, у них, наверное, по дням может, понял? Или, а, бывает рандомно спамнятся. Вот это... На, жестко. Вот это вы качки. Бум. Бах. Я сейчас буду копов с кулачиной вырубать. На. Я тут одного затоптал. Псих? Хулиган. Все поразбегались, Димон. За мной открыли охоту, но я буду держаться. А, промазал. Фигой. А, мужики, я свой. Не попадете, я Супермен. А. Я видел, как ты обчертил. Супермен, блин. Я сейчас тебя еще и добью. Я хотел втащить. Вот так, ого, об стенку аж. А, пацаны, ну вы дерзкие. Не хочет со мной никто драться вообще. Да. Так, посмотрим, может новые заспамнились уже игроки? А, может, на пляж пойдем, там эти есть. Ого, тут копов. Ну, копы вообще, да. Смотри, ребят, какие мужики деловые. Ой, если я буду РПГ ходить возле них. Дима, у меня РПГ, да, тебе РПГ? Дима, а у меня дробовик, смотри. А ты знаешь, что будет, если ты прицелишься? Смотрите, мужики, у меня РПГ. О, давай встанем на пути, что они будут делать? Будут они обходить или толкать будут? А ну, я вот стою на пути у него, что он будет делать? Вот, блин, обходит. Блин, обходит. Придется ему топорик коим дать. Дима, ты видел? Ты меня дал тоже по тыквухе. Нет. Блин, там кто-то стреляет по нам. А, нормально. А! Ух ты! Вот топор против дробовика не работает. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Пошел. Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, как и обещал, запланированный стрим по GTA 5. Звук идет. Все отлично у нас. О, все, движ пошел. Ребята, всем приветушки, всем привет. Буду делать без вебки стрим, потому что тяжеловато делать с вебкой. Надо прическу, освещение. А так просто будем играть, веселиться. Я обещал, завтра тоже будет стрим. Сейчас буду пока месяц каждый день стримить. Так, а у нас грузится. Ребята, все, кто смотрит из нашей модерации сейчас Дискорда, everyone, делайте наш стрим. Пусть побольше людей собирается. Запускаю я GTA онлайн, закрытая для друзей. Так что сейчас зайдет Кэт Макс или кто-то там еще из пацанов, кто есть у меня в друзьях. Будем веселиться. Так, вроде звук настроил, все отлично, да? Привет, 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 братишечки и сестричечки. Так, входим. Так, давай, Кэт Макс, присоединяйся ко мне. Будем сейчас что-нибудь веселое делать. Не хочу ни миссию, ничего, хочу просто побегать, повеселиться. Так, давайте проверим звук. Ну, ребята, напишите звук, сейчас я сяду в машину. Погазую немножко. Или поору на людей. А ну-ка, как звук? Ой. Блин, у меня было оружие в руках. Так, а ну-ка, пишите. Я смотрю, все нормально или нет. Или громче игру могу сделать, или тише могу ее сделать. Бить Кэт Макса? Не-не-не-не-не, я пока... Сейчас, подождите секундочку. Проверим. Хочу, чтобы был идеальный стрим, потому что... Ну-ка. Вот моя мечта, вот так в реальной жизни бы сделать. Ну, у меня машина переднеприводная. Ну-ка, как звук, не громко? Норм, да, все четенько, ребята. Звук микрофона вижу идеально, все идет четенько, картинка идет. Ничего вроде бы не лагает. Так, давайте мы можем нажимать Z и смотреть, кто к нам присоединяется. Еще пока есть никто. Так, я вижу, что вообще четенько графон. Яркость я немножко подкрутил. Потому что тут в GTA ночь очень темная. Так.
А все отлично. Сейчас я пересмотрю идеально, чтобы стрим был, потому что, знаете, вы можете написать, что он классный, потому что тяжеловато делать с вебкой. Надо прическу, освещение. Так, давайте мы в игру саму перемотаем. Извините, если будет звук повторяться сейчас. Потому что мы перемотаем. Извините, если будет звук повторяться сейчас. Потому что. Ну-ка. Все, ребята, идеально. Я вижу, что все четенько. Никто не расходимся, начинаем веселиться. Можете вообще на вне. Ой, какой-то Алёша по мне стреляет. А, это коп. Можете вообще в комментариях написать, что мне поделать. Я могу. Я, конечно, и так у меня есть идеи, что поделать. Я могу людей по. Ой, давайте я могу, знаете, что делать? Пешеходов попреследовать. Вот просто идти за чуваком и посмотреть, что он будет делать, если просто его преследовать. Сейчас мы от копов оторвемся по-профессиональному. И почудим. Вот, ко мне уже присоединился один челик. Это красота. На Rocket Max. Просто не знаю, все техники разные во всех играх. Давайте к нам перекинь. Мне будет так спокойнее, и он будет хотя бы рассказывать, что происходит. Так, в Дискорде Everyone сделали мой стрим? Так, сейчас мы сделаем. Кэтмак. Кэтмак, ты зашел? Да, я к тебе еду. Этот, сделай Everyone стрим мой в Дискорде. Чтоб все люди видели. Так, ты... Да, потому что я не хочу тратить свое время, я хочу просто гонять. Вот, блин, смотрите, в голову сделал. Сейчас, короче, мы сделаем эксперимент. Что будет, если идти просто долго за челиком? Как он будет реагировать? Так, мы сейчас выберем жертву. Я не знаю, мужика или женщину выбрать, не знаю. Всем спасибо, кто пишет, что я крутой. Это вы крутые меня. Вы меня сделали крутым. Я обычный челипиздрик. Катюха сзади на диване лежит. Готовит кушать вкусную еду всякую. Можете даже написать, какое у вас любимое блюдо. О, смотрите, вот наша жертва. Все, мы его преследуем. Что будет, если просто идти за ним? Так, вот, давайте чуть-чуть ближе дистанцию, чтобы он понял, что я его преследую. Так. Мы идем за ним. Тихонечко идем и ничего не делаем. На картофанах можно за ним идти. Больше GTA. Ребята, вы вчера же голосование сделали на стриме. GTA и Garry's Mod. Не знаю, как за Garry's Mod. GTA 5 100% сейчас идет стрим. У нас будет целый час. О, я типа его кентуха. Типа мы идем, разговариваем с ним. А, ну тут в онлайне нельзя говорить. Ну мы идем. А, у него что, автомат что ли? Или что? А, у него чухается бочина. Ну мы идем дальше за ним. Преследуем челика. А где Катя? Катя лежит за ней на диване и готовит очень вкусные голубцы. Кто знает, что это? Ну, тот знает. Кто не знает, это капуста. Ой, да, это капуста с фаршем и рисом. Отдай Garry's Mod. Я говорю, зайдите, кто выиграл Garry's Mod, зайдите в Дискорд. Я ВКонтакте вам пишу многим, никто не отвечает мне. Сейчас вот я постримлю, зайдите в Дискорд, я вам подарю, кто выиграл. Я ж не против. Garry's Mod'ов много штук у меня есть. Я его не знаю, он не реагирует на меня вообще никак. Мы просто идем с ним, мы уже не знаем, мы уже с ним весь квартал обошли. Но он ничего не реагирует на меня. Ну просто, ладно, идемте дальше. Вот, он уже заметил, что я за ним иду. Он, смотрите, оглядывается, оглядывается. Так, ты мне мешаешь. Оглядывается. Ага. Уже заподозрил, что я за ним. Так, идем дальше. Не-не-не-не, вот я дурачок. Очень нравится, с ничего, видите, в GTA 5 можно всегда придумать какую-то ерунду. Все, у меня есть друг, он просто еще об этом не знает, а я с ним дружу. И зовут его... Его зовут Алёша. Так, привет, ребята. Всем привет, кто заходит на мой стрим. Все красавчики, все угорают, да? Можно же повеселиться. Всегда можно веселиться. Со всей игры. Мне Garry's Mod вообще не задавать. Я сразу миллион идей придумаю. Ну, Кен, ну я иду. Давайте уже будем вот прям вообще рядом. И вообще, братуха. Эй, ты чё толкаешься? Эй, ты не в ту... ты не в ту сторону идешь, ты же вроде не сюда шел. Ну ладно, идемте в эту сторону. Не-не-не-не-не-не-не, гуляем за челиком. Я не знаю, почему ничего не делает, могу уже там или побежать. Мне кажется, сейчас он побежит. Он уже не... Смотрите, он уже в одну сторону, видите, идет и палит, что я как бы иду за ним. Да-да-да, привет передавай от меня. В реальной жизни сейчас мы не погуляем на улице из-за того, что у нас карантин. Ну хоть так погуляем в GTA 5. За тролль. Кэтмакса. Да подождите. Кэтмакс, ты тут? Да, я здесь, я скинул. Кэтмакс, молодец. Прошу в Дискорде, многие не знают, что я застримил. Так, ребята, да, я тут. Все четенько. Я иду за челиком. Давайте, ладно, давайте чуть-чуть наглее будем. Потому что, видите, он не реагирует на меня.
Давай же какие-то действия будем вызывать. Ого, я его толкнул. Я не хотел. Все, побежал. Ты куда побежишь? Индуха. Свидетель. Свидетели нельзя, чтоб оставались. Это тоже свидетель. Мужики, я запомнил твой номер. Начинается у меня веселье. Свидетель. Я надеюсь, он не успел запомнить мое лицо. Так. Ярик сидит в своей комнате и играет. Я, ребята, играю, чат вас чекаю. На тебе, это свидетель. Ого, сальто, говорит, я сальто не умею делать. Смотрите, как зачудил. Dark RP Go Димка. Какой Dark RP? У нас он GTA RP. Смотри, как он классно бежит, эпично. Давайте просто его толкнем, даже не буду его бить. Свидетель. Извини. На, ой-ой-ой, это было сильно. Смотрите, какой живучий оказался. Мы уже весь GTA пробежали. Это просто был лящик. Так, мужики, мужики. Ого, по мне стреляют. Нифига себе, ты что, меня решила задавить? Эй. Машина, срочно берем. Читаем чатик. Что с донатом? Если вы задонатите, я, ну, могу зачитать вслух. Потому что в Украине заблочены эти сайты. Ну, я могу зайти на сайт и прочитать сообщение. То есть, как получается, я на сайт могу сам зайти, но в ВБС-ке не работает функция, чтобы анимация была. Ничего не отображается, просто ничего. Сейчас зайду, почитаю. Копов добью уже. У меня есть оружие, можем им колеса пробить случайно. Сейчас, когда я проиграю, мы сделаем такое, что я буду преследовать кого-то за машиной. Буду на машине ехать, буду чисто за ним ехать тихонечко, посмотрим, как будет реагировать. Ментовский разворот. Извини, обстоятельства. Знаешь, Бравл Старс? Да, мой сын играет в эту игру на телефоне. Ему нравится очень. Так, так, так. Мы вырулим. Это несложно. Вот так вот. Прорываемся. Питмак, когда ты уже зайдешь, мне поможешь. Ты видишь, что они вообще тут такие бармалеи наделали мне? Нифига себе, у меня машина просто легенькая очень. Ментовский разворот. Погнали дальше. Так, надо кого-то еще патрулить. Чтоб такое придумать, чтобы именно поржали было. Надо ехать кем-то за машиной. Сейчас надо... Что-то они меня не могут убить. Три звезды вообще слабые. В GTA 4, мне кажется, уже бы замочили. По встречке едут, вообще офигели. Вот тебе повезло, просто жучара. Ну, не очень повезло. Так, мы с Пэкмаксом, то вообще беспредел, да, зачем в GTA-шке? Так, позови сына. Да, если он захочет, он придет. Ну, и так знает, что я сейчас стримлю. Извини, свидетель. Еще два свидетеля. Тот меня не увидел. Осторожно, новая машина. Только с покраски. Делай стримы. Кто на стримах? Да, Ярик, иди, тебя зовут. Скажи что-нибудь, микрофон. Всем привет. Вижу, зеленым загорается, значит, тебя слышат. Все, красава. Все, ребята, это была запись телефона, это не настоящий человек. Шипы, шипы. Посмотри твой стрим. Нормальное качество вообще? Да. Четенько? Да. Ну, мы упашем почему. Нормально я на ростом чувака, да, затроллил или нет? Что бы такое еще придумать, чтобы поржать? Можно попытаться этот... Можно попытаться полететь вдвоем, ворваться на военную базу. Не, я хочу поржать. Военная база — это не ржать. Как-то это, хочу этих обычных жителей, граждан, как-то потроллить. Их психологию, посмотри, как разработчики придумали. Ну, все по-разному. Если бы я, допустим, бы другого, может быть, женщину или какого-то другого челика более взрослее, он бы по-другому себя повел бы. Может быть, не убегал бы, а сразу в драку бы влез. Есть такое, что челик может и пистолет достать. Ладно, давайте перестрелку сделаем жесткую. Ну, кто у нас тут герой? Как в фильмах, Ярик, видел? Да, я знаю такую камеру. Ну чё?
Блин, я ж пистолет не взял, автомат. Да, я думал, все-таки я Рэмбо включу Джеки Чана и типа и выиграю. Не получилось, а? Так, сейчас зайду, ребята, в донатик быстро. 459 человек смотрит, маловато. Но это, если бы это Гаррис Мод, конечно, было бы больше. Ну ничего. GTA 5 свои фанаты есть, так что мы сейчас сегодня все-таки повеселимся в любом случае. Так, сейчас мы заходим по Шуриксу. Поньк. Так, умер. Да, ребята, умер. Несмотря ни на что. Так, мои сообщения. Смотрим, сегодня у нас какое число? 27-е. А, задонатил Липтон. Я знаю такой чай. Привет, снимай почаще GTA 5. Кэрри Стайл, да? Джекен Стайл, да. Спасибо тебе за донатик, красава. А мы веселимся дальше. Так, сейчас мы выбираем жертву и начинаем кого-то преследовать. Так, давайте Кэт Макса почекаем, он рядом или нет? Да, я рядом. Я вижу, кстати, тебя, я бегу к тебе. Я бегу. Да меня тут купы побежали, я спрятал. А проигрываю, давай проигрываю и будем спокойно нет, сейчас. А нет, все, я отогласен. Мы сейчас, короче, возьмем две машины, ты будешь спереди ехать, а я сзади, или наоборот, и начнем это, NPC прижимать. Так. Стой! Вот смотри, я ему краску сдер. Стой! Хочу я, короче, подставное ДТП сделать, чтобы денег забить. Так, сейчас. Стою себе здесь ну ладно, давай, не едь сюда. Люди как знают, что... О, смотри, чувак дергается там, боится. Так, кто быстрее едет из них? Вот я стою и прыгаю под машину. О! Блин, это не... Блин, это вот настоящий... Уже хотел доковыряться. Ну, блин. О! Да ну смотри... О, вот это ты зря, конечно. Я возле машины как гопник. Я не буду ее даже трогать. Пусть тихонечко идет, себя по улице гуляет. Она живая? Ты ее убил. Кстати, каким образом я вообще даже пальцем не тронул? Все, давай, садись, сейчас будем, короче, преследование делать. Ну, сначала на одной машине, а потом на двух. Ой, извини, я не хотел. Не-не-не-не. Давай, короче, вот этого челика выбираем. Сначала едем просто рядышком. Если он не будет ничего проявлять, начнем ему чисто сигналить. В одиночке они вообще по-другому себя ведут, но в онлайне тоже. Не, хотя, может, одинаково. Едем прям рядом, давай фары включим. Давай будем фарами типа мигать. Смотри, в одиночке они умеют на самолет. Что факт? Да машину ворует. Эй, дурак, что ж ты так... Блин, из-за того, что мы в онлайне, эта машина, она у меня не едет, а дергается. У меня она все нормально, не дергается. Я упер... Красный свет, просто красный... Смотри, я его разозлил. Нет, он все равно едет медленно. Я хочу, чтобы он дал газу. Видишь, как начинает уже быстро? А не, он какой-то секунд вонючий. Давай будем сигналить. Типа, гопники едут. Стоять! У меня машину надо... Короче, давай украсть машину, не повредить ее. Так ты просто затормози перед ней. Так, я сейчас так и сделаю. Эй, машина наша, алло. Не повредилось, ничего не повредилось. Ох ты, дерьмо вонючее. Я его вижу. Блин, графон такой офигенный в GTA-шке, в Гаррис Моде. Я его вижу. Ночное преследование. Да-да-да. Так, смотри, что делает. Я не могу его догнать. Он понял, смотри, что... дерьмо, ты нашу машину ломаешь. Да нет, у нас машина. Не обращайте внимания, я права купил себе. Я его вижу. Он от нас не уйдет, у нас Делориан, хотел сказать. Ну, по чем-то похоже так. Он врезался. Не, он не врезался. Это уже машина заранее припаркованная. Вот это не он? Нет, это он, это он. Да блин, я знал, что это не он. Ярик, вот видишь, молодец. Я его догоню. Я думаю, не успеем. Успеем. Я этот, нитро включил. Как вы не успеете, он уже исчез. Нет. Оптимизация не дала ему исчезнуть. Мы его потеряли, пошли. Хорошо, это будешь ты, погнал. За того челика будем мстить. Да нет, даже это хуже. Поверь, прицелиться это хуже, чем стрелять. Смотри, что он начинает чудить, этот челепиздрик. Так, читаем чат. Ярик, что там пишут? Я не успеваю, там так много пишут. Эй, слышишь, стой. Челик. Так, блин, летит. Надо его спереди заехать. Ого.
Короче, надо машину стой посерьезнее найти. Все, он в панике. Ну видишь, на красный свет уже едет. Это паника, да, у него все? Так не фиас ему притопил, у него что, Порш? Блин, тормоза отказали. Ух ты, ё-моё. Да, он умер. Да, он умер. А, он умер. Он головой стукнулся. Такой, знаешь, подошел. Никто не видит. Блин, да шо? А он что, дабл под колесами попало вроде? Димон, го в казино. Если оно здесь. Казино? Да, оно здесь есть. Да не, в казино не интересно, там придется ходить что-то клацать. Я хочу веселиться, по городу кататься. А, Димас, как дела? Ребята, все отлично. Можете, в принципе, задавать вопросы, я буду отвечать. Все отлично. Карантин, Димас, сидим знаешь, дома. С Кэтмаксом играем GTA 5. Кто-то пиарится, зайди на мой стрим. Да и пусть пиарится. Мне все равно. Его все равно никому не видно. Или видно, если видно, то никто не зайдет. Такой стрим, как у меня, никто не проведет в жизни. Знаешь, попробуй машину эту утопить. Не, мы сейчас, короче, с Кэтмаксом берем две машины и начинаем щемить кого-то жестко. Ой, или я копов будем выбирать и начинать их потихоньку с улицы. Да, так, выбирай себе машину. Какую? Так, подожди, я сейчас позвоню. Остановись, я сейчас позвоню. Сейчас я припаркуюсь. На палец. Ну, кстати, давай я с вами буду. Ну, заходи к нам. Я открыл. У меня для... закрытая сессия для друзей. Так, у меня размытие включено. Я хочу его отключить. Почему у меня размытие? Так, звоним. Можно... Ты дам пока звони, я размытие отключу. Подожди, что у меня? А, пум-пум-пум-пум. Ну ничего страшного, так бывает. А, эффект глубины. Вот, эффект глубины резкости. Надо выключить эту штучку. Вот из-за того, что вот это. Не, не надо, тогда. Не надо. Ой, подожди. Не надо. Оно перезайдется туда, и Кэтмакс вылетит. Пусть звонит, Челепиздрика. Свидетель. Мне нравится. Короче, у меня будет теперь новая фишка. Извиняюсь. Маска, у тебя заказ. Ты же дурак? Свидетель. А нет, стой, стой, подожди. Это ты свидетель. Ладно, мочи меня, тебе бабки дадут, мочи. Смотри, а ты видишь, как у меня монетка в руках сейчас будет? Давай. Да, вижу, вижу. Свидетель. Ах ты свидетель. Погнал, погнал, погнал. Да, я профессиональный водитель. Все, ладно, не надо мочить меня, не надо. Вот я обманщик. Не, ну мне нравится, GTA 5 для этого не делаешь, чтобы прикалываться. Я еду к тебе, все, мочить не буду. А все, а за тобой копы гонятся, потому что... Да, да, да. Либо умри, либо не знаю, что ты сделай, вот твой транспорт. Ого, у тебя тачка, давай, я за тобой. Давай, жертву ходить уже. Ты угонишься за мной на это? Я на таком корыте. По сравнению с твоей машиной у меня реально корыто. Привет, ребята, всем привет, кто заходит на стрим. Это обещанный стрим, который я обещал по GTA 5. Будет идти часочек. А там как карта ляжет. К нам сегодня гости, кстати, приходят. По улице ходить нельзя, так что к нам придет. Племянница моя придет. Двоюродная сестра Ярика. Ты успеваешь за мной? Да-да-да. Ты же видишь, что я струячу, нормально так пойдет. Это было специально продумано все, не обращайте внимания. Чувак, извини, ты не в ту сторону прыгнул. Просто свидетель. Водили, а у нас вирус, у нас тоже коронавирус. Мне кажется, это ребята по всей планете оно. COVID-19. Можно ко мне? Ребята, всех, у кого есть GTA 5, блин, а как же мой ник скинуть в чат? Просто мне надо игру сворачивать, а тут, может, свои, у GTA свои приколы есть. Сигарь, да, гори, а нет, а игру не обязана сворачивать, я могу твой ник, типа, ну, я думаю, его не увидеть. Ой-ой-ой. А, кстати, я могу нажать Home, и будет видно. Ну, стой, я ж вижу, что на стриме. Кстати, да, вот, кстати, видно мой ник. Димос Робот. Вот мой ник, вверху. Я даже специально подержу, чтобы вы увидели, как он пишется. Я уверен, что качество стрима позволяет увидеть.
Все, вот такое. Кидайте мне дружбу, я сейчас попринимаю всех. И будем движнячить. Буду сейчас, если вам нравится GTA 5, будет стрим, будет постоянно стримы по GTA-шечке. Так, когда уже день будет? Короче, знаешь, что делаем? Погнали. А, знаешь, что сейчас Ярик ко мне зайдет? А что будем делать? А мы сейчас, едем, короче, какой-то магазин ограбим. Ищем вот магазин какой-то вот... такой небольшой. А, они здесь карты раскидывали, я... Нормально, я подписываю. Со мной опасно ездить. Я очень такой агрессивный водитель. Лупашу всех, не глядя. Заказ выпал. Ах ты, это ты? Ну и все, я знал, что ты специально так будешь меня сейчас убивать. О, мотоцикл, это моя любимая модель. Попал через машину, походу, по этому челику. Нет, он не попал. Просто водителя этим. Он еще шевельнулся. Стой! Стой! О, ты мне аварию сделало. Так, Кэтмас, а ты где? О! Ко мне, кстати, этот... ребята, да, давайте кидайте дружбу, я вижу, я сейчас принимаю вас, смотрите. Все делается при вас. Друзья, запросы о дружбе. Принять. Все. Так что теперь можете ко мне присоединяться. Сейчас будем веселить. Давайте, кто увидит даже стрим в записи, и я все равно завтра и через час зайду, чекну. Короче, каждый день буду чекать, и все запросы, кто придет, я всех приму. Уже знаю, что GTA 5 очень популярная игрушка. Да, Ярик. Заходишь ко мне или нет? А? Я не запускаю цикл. А что пишет? Social Club сначала запусти, а потом... Что? Есть ярлык, Social Club сначала запусти. И потом оттуда уже запустишь Steam игру. Там, кстати, будет у тебя в библиотеке Steam. Steam запускается. Не, у меня не запускается. У нас что-то с Яриком одинаковая эта кабака. У нас запускается. Ну, у меня. О, знаешь, куда я еду? Я тебя жду, короче, в этом, на пляжу. Знак конченый. Привет, ребята. Димас, а где Сергей? Сереги нет, он в отпуске. Или на работе, я не знаю. А, у Сереги нет денег за интернет заплатить. Или я не знаю, что у него. У него нет денег на интернет. У него нету денег на интернет. Давайте поможем Сереге. Донатьте Димасу. Да, давай. Начинай попрошайничать, как я. Так, сегодня у нас два... Так, еще задонатил Данил Болотков. Белотков. Привет, передай мне и... Короче, начинать. Передай привет и мне, и добавь меня в Дискорд. Мой ник... Инванкет. Почему не на раз неправильно читаю? Не маю запятых. Просто одно цельное слово. Что там где? Так, 517 человек смотрит. В принципе, неплохо. Кэтмакс, ты где? Я еду. Давай, я тебя жду. А тут свидетели. Давайте. Тут очень много свидетелей. О, подожди. Во. Чё? А проведём? Давайте проведем опрос. У меня в кармане завалялось 1 миллион рублей. И сейчас мы будем думать. Что будем думать? Дима, ты бы видел, как я его вырубил по затылку? Он наш этот, руки откинул. Ты куда ищи? А, ну подожди, подожди, я хочу... Тут это... Вот он видел, как я его ударил. Ты телепортируешься почему-то. У меня идет игра в 60 кадров. Ой-ой-ой! Мне эта бита очень нравится. Блин, так круто вырубать ей. Да, это жестоко, но это же игра. Ой-ой-ой, он аж крякнул. Я телепортируюсь у тебя? А сколько у тебя FPS игра идет? У меня 60 тоже. Смотри, вот он стоит и фоткает меня. Ну ты нормальный человек? Это свидетель, лови. Ой-ой-ой, кепка не надо новая? Постирать там. Начинай фигню. А как написать тебе в Дискорд? А ссылочка есть на наш Дискорд, заходи. И после стрима я задумаю, мы поговорим все вместе. А...
Димас, ты родился в Канаде. Нет, я родился в Канаве. Я родился в Украине. Там копы бегут. Давай будем отстреливаться до последнего. Мочи свидетелей. Где моя лазерная пушка? У тебя лазерная пушка есть? О, давай по копам. Не пускаем их сюда. Кэт Макс на пуль. Давай, короче, вот с этой стороны буду стоять, гасить их. Не пускай, не пускай никого в жизни. Ой, так прикольно стреляет, а у тебя это кабака. Так, укрытие. Вот за это я люблю GTA 5, что можно прикольный. Ах ты говно, он по мне попал. Это читер или что? А, у нас читер в сессии. Это кто? Это тот, ну, ты договорил, друзья, подбавлять, это один из читеров. А что будет, нас забанят за это или нет? Его забанят, нас нет. Блин, не надо нам баны. Нет, нас не забанят, его забанят. Короче, что мы делаем? Давай, короче, полицейскую машину забираем. Не, если что, мы ходим по-честному, если ты стримишь. Не, чат. Если нет, то я тебя сейчас еще кикну сессию. Не надо нам читы, я не люблю. Игра, когда ты наиграешь с читами, интерес к игре пропадает. Я люблю по-честному, когда тебя могут убить с одного выстрела в голову. Или без задних колес дрифтовать, сбить этого конченого копа. Меня, допустим, могут убить, и я куда-то улечу в какую-то кабаку. Не надо. Где Димон Покемон? Димон Покемон в России, а я в Украине. Ой, тут какая-то жестокая битва. Давайте просто понаблюдаем, как они будут драться. Так, я могу первого лица переключить? О! О, давайте настоящая РП, как будто я от первого лица. В реальной жизни. Такая машина четкая, можно макароны просеивать. Машина, сел в машину, в машину. Это машина, это не машина, это друшлаг. Погнали, давай. А мы катаемся. Ты дурак, что ли, умер? Ты мне звезды навешал из-за меня. Ребята, начинаем топить. Там какая-то машинка. Человек с читами. Как его кикнуть? Удали из друзей. Если хочешь, конечно. Не, я хочу его кикнуть просто. А, так нельзя, он опять зайдет. Хорошо, давай я туда. Короче, если ты смотришь стрим, и ты сейчас, если еще один чит, я тебя удалю из друзей. А, у меня вопрос, кто-то с читами. Я не люблю, когда с читами играют. Димас, мне просто... У меня было просто уже давали бан на неделю. За то, что чувак какой-то вообще левый на сервере деньги мне давал. А я не хотел эти деньги. Но я их брал сам. Потому что они мне сами падали прямо в лицо. Нормальная тачка, мне нравится. Да, Ярик, пойдет? Осторожно, я задний ход сдаю. Я сейчас проехал. Ой, нормально. В которой сидит игрок этот. Мне чувак пишет, ты странный чутка. А чё? Да почему это странно? Не, ну если он не будет нам мешать, тогда я да. Чисто там можно, кстати, можешь, в принципе, что-то такое прикольное запилить, если есть читы. Да, кстати. Ой, это хочешь, просто... давай это, чтобы было прикольно, дельфина. Я знаю, что можно дельфина нам сбрось. Ты поехнешь к нам и дельфина. А ты можешь, типа, модельку мне сменить? За вашу голову награда 10-9 штук? Блин, у меня так голова дешево стоит. Хотя бы 10 штук. Человек с часами с нами, можешь, пожалуйста, что-нибудь прикольное замутить? Смотрите, как можно от первого лица дрифтовать. Блин, прикольно, мне нравится. Никогда она в GTA 5 так не делала. Погнали. Димас, забери меня, мне здесь страшно. Да я тут дрифтую, нормально. Машина кончена, надо другую машину. Спавки, пожалуйста. Ой, да я тут этот, учусь, тренируюсь, это, паркуру, как с машиной. А меня убили. Пистолета. Потому что тебе что 9000 было жалко за меня. Так, ребята, давайте я сейчас чуть-чуть увеличу чат и буду читать ваши комментики. Пора уже почитать, что вы там мне пишете, Слак. Прикольные слова. Так, давайте проверим, стримчик не лагает, все идет четенько. Так. Так, ребята, звук отключим. Все идет прикольно, ребят. Ну что, продолжаем тогда. Раз дело такого рода. Так, давай, где дельфинарий наш? Так, на меня копы не агрятся, но тут копов очень много. И вертолеты. Просто можешь меня вытащить, кто с читами с нами играет? А где ты попала? Так вот ты где, я вижу тебя. На, ты умерло.
Этот, как можно в игре говорить, я забыл. А в игре невозможно, а в чат писать. Не, можно, я слышу, как пацаны разговаривают, ты чё? Я не помню, но... О, я... подожди, кто-то еще дружбу. Давайте, ребята, принимай еще дружбу. Друзья, запросы в друзья. Принять. Все, давай, заходи к нам, будем веселиться. Ля-ля-ля-ля-ля. Я люблю GTA 5, когда много людей. Офигенно, сейчас можно что-то такое эпичное сделать. Так, давай нам дельфина сбрасывай. Давай что-нибудь прикольное заспаем нам. Что хочешь? Дельфина или... О! 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 Мне нравится. Спасибо тебе, я полетел. Только, наверное, тут не полечу. Это же самолет только с разгону, да, летит? Нет, это вертикально, я специально попросил. Да я знал, что это вертикально. Видишь, молодец, тоже знаешь. Этот чувак нам самолеты дал. Мы теперь мод... А как вертикально взлетать? Просто газуешь на всю? Говорит, Мас, ты стреляешь. Так, а как? Чё-то не получилось. Просто газуешь на всё и вверх нос задираешь. Не, это не вертикальный взлет, но мы будем пытаться. Он здесь есть, но я не знаю как. Ой-ой-ой-ой, прикольно. Кэт Макс, а я лечу. Так, ракеты надо как-то, да, поставить? Может. Это пули, всё равно я не знаю. Давайте, ребята, сейчас, короче, я вам покажу, как графон здесь прикольно смотрит. Звёля, вы видели, у меня очень высоко все стоит. На максималочках лупашем. Папа, так они пули взрывные, они взрываются. Да? Да. Ой-ой-ой, реалик, да, это эпично. Пацаны, осторожно, новый самолет. Видел, как я вырулил четненько? Это ты можешь просто вверх. Подожди, подожди, дай оружие попробую поменять. О! Кстати, сделай первого лица, посмотри, как будет это прикольно. А ну давай, 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 Ярик, я... Да, Ярик, осторожно. Воу. Фу. Не, плоховато видно, за то, что ночь. И стекло... Затонировали стекло, как в машине. Ну зачем? Пошел. Бум. Ой-ой-ой, мы сейчас будем, короче, эпично копа валить. Кэт Макс, ты где? Я от копов спущал. Пошел. Ой-ой-ой, повезло, повезло. Пошел. Бум. Погнали. Во, давайте посмотрим на рассвет, как в этой игре смотрится. Очень круто. Теперь можно от первого лица для эпичности сделать. Нет, я боюсь, что я сейчас разобьюсь об эту гору вонючую. А, бочка. Мертвая петля. Блин, говно, не получилось. Я хотел сбросить газы. Блин, офигеть. Ой, так эпично, мне кажется, играть. Да, Ярик? А, Ярик кушает. Да, так я еще ни разу не играл. Как-то вертогами еще не было. Низко над землей надо пролететь. Я знал, что так оно и кончится когда-то. Не, этот самолет крепкий такой, или он бессмертный, что ли? У него бессмертие, что ли, на самолетах, или что? Либо у него бессмертие, либо он просто крепкий. Да, наверное, бессмертие. Я так ударился об землю, он должен был расфигачиться. Так, ну нормально, летим. О, летишь наверх на самолете, вверх ногами, еще и по телефону говоришь, да? В GTA 5 так можно. Сейчас хочу низко-низко над землей пролететь. Во. Ну да, бессмертие у самолета 100% включено. Так, я вообще фиг знает где теперь. Я нашел вертикальный, надо на кьюшку нажимать, чтобы вертикально взлетать. Да все, он перевернулся, у меня ничего не могу сделать. Я там застрял, короче, в столб врезался там вверх ногами. Короче, запорол я самолет.
Привет, я пришел на стрим. Ребята, всем спасибо, кто зашел на стрим. Мне непривычно стримить GTA 5 и вообще такие игры, но я буду стараться, и вам это нравится, я это вижу. И давайте я буду сегодня медиком, буду помогать чувакам. Кого они там идут спасать, идемте. О, тут перестрелка была, кого-то убили. Да, ребята, выглядит он не очень хорошо. Где Серега? Серега, короче, в отпуске. Опа, вот момент, да. А, у меня какой-то старый чат отображается, стопэ. Почему вот так сделал? О, погнала. А, можно с тобой в GTA 5 на PS3? Не, у меня, ребята, на PS4 есть, и там нема GTA 5. Димас, тебе 15, мне 32 года, я уже старый пердун. Я твой 10-й подписчик, спасибо. Странно, конечно, да, прозвучало, ну ладно. Где ты живешь? Я живу в Украине. Майнкрафт сними. Может быть. Заспавни моба. Так я не умею это делать, это вот тот читер может, челювей. Ну не читер, он просто любит просто повеселиться, как в сандбоксе. Может, когда мы в закрытой сессии, может, ничего нами не будет? Да, Кэт Макс? О, я хоть в машине их не посижу. Прикольно, мигалки у них тут работают. А чё вы? Забирайте машину свою. Куда они убежали? Людей бы забрали бы вот этих там. Ну ладно. Так. Кэт Макс, а ты где? А тот челик может тебя тпхнуть ко мне? Да не надо, я сейчас в самолете. А, ты можешь ко мне прилететь? То я улетел куда-то, фиг знает куда. Увлекся полетом, вверх ногами. Ой, я слышу кто-то, это ты? А нет, это какой-то кукурузник. Так, выезжаем потихонечку. Ой, прикольные баги. Так, выложи видео про Гаррис Мод. Завтра будет, мы уже сняли ролик. Завтра выйдет Гаррис Мод, Кэт Макс. Что мы снимали? Привет. Не спойлери. Ладно. Это что, была интрига, типа, ты... Ну не, я бы сказал, ну все. Мы записали прятки на очень прикольном цветном лабиринте, который вы ни разу в жизни не видели, как и мы. Ой-ой-ой, красиво. Я могу под знаком проехать? Изично. Так, мне надо ваша машина и одежда. Ой, это ты приехал? Воу! Офигеть, тачка! Круто, я хоть понаблюдаю, что здесь вообще есть. Я знаю, что это за машина. Блин, плохо видно. Ого, она что, летающая, что ли? Да, она может летать на бустерах, и у нее есть попрыжки. Я знал. Молодец, Ярик, видишь? Нифига себе она струячит. Ребята, как вам тачка? Это задрало. Димас, запиши скрат-механик. Да, скрат-механик мы хотели записать. Когда начал записывать, оказалось, что постройки, которые я скачал, они говняные. Так бывает в жизни огорчения. Мы записали Гаррис Мод. Да, я поеду на этой тачке. Ой-ой-ой, красава. Седай, мне. Она может себе любую машину поставить, понятно. Так, Яри, как прыгать? На Е. Ля-ля, а как бустеры включать? На Х бустер, на Е прыжок. Х. Вот что я хотел. О, я придумал, Ярик, все, я понял, как тут можно. Сейчас машина эта успокоится. Кстати, ребята, я знаю, как этой машиной можно управлять. Для начала надо разогнаться. Прыжок. Икс. Прыжок икс. Нет, не прыгай. Может, надо, чтобы зарядилась она? Ну, зарядилась. Вот, желтая полоска. Это уровень заряда. Я хочу как-то, чтобы оно... О, я понял, оно выстреливает просто за раз. Все, я вижу. Так, сейчас я хочу как-то прыгнуть и потом резко... Сейчас зарядится, зарядилось, да?
Блин, она падает вниз. Так надо сразу прыжок и одновременно... Все, я знаю, я знал эту штуку. Воу! Это было все продумано специально до мелочей. Давай просто без этого. Без прыжка попробуем разогнаться. Сейчас я прыгну. Блин, мне так нравится то, что она прыгает. А, может надо в воздухе нажимать Ctrl? Уже ж можно в воздухе машину корректировать. А что за прицел у меня? Да, куда ты стреляешь? А какой у кнопкой? Да как обычно. А, значит, можно направить. А, во. Ой. Так, сейчас мы попробуем просто красиво разогнаться. Пацаны, так, ты просто сразу. Не, я ж хочу выехать на ровную дорогу, чтобы она мне не помешали никто. Ну чё, сейчас. Сейчас будет эпический кадр, погнали. Вообще сила, Ярик. Реально круто. Я попробую на скорости прыгнуть. Блин. Блин, ну так вот было бы, да, эпично? Скорость такая, еще воздух. Ладно. Фигня, все фигня. Миша, давай по новой. Сними Roblox. Не знаю, попробую. Ой, ты кто, э? Так, разгоняемся. Сначала ускоримся, да. Сейчас опять знаки, чтобы я не врезался. Или перепрыгну. Нет, не перепрыгну. Сейчас. Ой, сейчас попробую прыгнуть просто. Ой. О, надо просто Ctrl или E. Видишь, в воздухе регулировать машину можно. То я втыкаю. Блин, не успел Ctrl нажать. Маленькая высота. Ну машина, ну не газуй, как я. Погнали. А смотри, просто фу. Красиво, Ярик? Да, пускай поставить Делория. Сейчас попробуем повыше прыгнуть. Ой-ой-ой, Ярик, красиво было? Блин, если бы как-то еще приземлиться и нарезочку прикольных моментов запилить, этой машиной можно. Вот за это я эту машину люблю. Мас, вы там где летаете? Бабки лечу сейчас. Ну ничего себе там. Ну машина эпична. Там мы так перемещаемся быстро с ним. Что, где ты? Тебя ждать? Да, я сейчас к вам прилечу на Делориане. О, если я нажму, короче, пробел и с тормозом и попробую бустануть, что будет? Этой машине все равно. Вообще. Она с места рвет, смотри. Жду Кэт Макса, как всегда. На этой машине я сейчас назад вернусь. Прикольная тачечка. Вот даже вроде нема, да, где проехать? Можно. Главное правильно использовать эту машину. Но она психичка, она очень какая-то нереальная. Это в GTA официальная машина, да? Да. А где, когда ее дают? А, она была во время одного ограбления. Там надо базу купить, которую я могу купить. Димас, ты хочешь в Беларусь? Нет. Димас, ты русский? Нет, я украинец. Летать умеешь? Умею. Во сне. Я... Макар, красава. Смотри. Понял? Вертикально ставишь ее. Смотри. Короче, смотри, сейчас я сделаю чисто вертикальный взлет. Димас. Он еще может выдать нам тачки, которые могут под водой быть. Что делать могут? Плавать под водой. О, это мощно. Короче, едем к воде. Давай сейчас метку на... Или давай, я жду тебя. Короче, сейчас делаем эпический взлет, ребята. Делаем прыжок. Я ее ставлю вертикально и начинаю лупашить вверх. Полет нормальный. Плохо на воздухе не заряжается. Еще раз. Машину, которая рампа. Попробуешь лететь на этой машине с помощью рампы. Специально. Вот, я возле воды. Ну, вот тут их
HD, а потом попросишь, чтобы он заспавнил. Во, вот этот челик. А, это машина, кстати, которая под водой плавает. Меня подожди. Ой, назад. Я короче, хочу еще раз последний прыжок и дашь машину сейчас. А, делаем прыжок. Ну блин, они сюда хотят. Ну Ярик, это ты виноват. А он сейчас приплывет за тобой, он сейчас приплывет. В воздухе сальтухи. Не, я к нему сейчас приплыву. Кстати, тренируем мышцы себе. Так, привет, пишет серый кот. Приветик тебе тоже. А, Димас, добавь меня в друзья. Дискорде мой ник. Сосочек. Не. Зайди на мой стрим. Не зайдем, кабак у тебя. Ты крутой, спасибо. А, скажи привет, Нил. Привет, Нил. Я устал, что ли, да? Дыхалки не хватает. Но мы плывем. Куда плывем? Сюда плывем. Я его вижу, он уже под водой, да, наверное? Так, передай привет. Сегор, привет. Игорь, привет. Назар, привет. Андрюха, здорово. Сделай сальто на машине. Да уже ж видели, сделал сальто. Хотел над водой пролететь, типа, посмотреть, какой океан красивый, вернуться. А машина шо? Вот так вот. А мне 200 баксов дали, за что? Вы заплатили механику за рабочий день. Откуда мне механик? А, ну у тебя же есть... А, механик у всех есть. А, ну я знал. Как тебе вот эту машину? Ой, а что это с этой машины? Оу, эпически. Давай, вылазь. Ты себе новую поставишь. Я гонять сейчас буду. Выдает меня сейчас, смотрите, ждем. Сейчас упадет где-то на голову мне. Отойдем. На всякий случай. Ну давай, покатай меня, хочет покатать, погнали. Давайте от первого лица запилим. А, ну спасибо. Обстоятельства, с опозданием стрим идет. Кэт Макс, а где ты в такую... А, я знаю эту машину. А Яри, как летать, управлять ею? А, вроде бы... Икс, попробуй, и нажать. Нажми Е. Капсу. Кэт Макс, как превращаться? Надо в воду сначала зайти, а потом уже превратить. Ну, сама трансформа. А надо... Аж. Воу, ребята, так это же эпически. Офигеть. Давайте от первого лица хочу на этой машине. Блин, как-то разблюрено за то, что у меня размытие включено, блюрит игра все. Димаш, погружаемся под воду, давай. Да, плывем, нормально, ребята, четенько, да, стрим получился у нас по GTA-шке. Благодаря этому челику, спасибо тебе. Я сначала был против, но я понимаю, что он ничего ж такого не делает, прям серьезного. Ракеты есть подводные? Да ладно. Погружаемся. Куда я летим? Я максимально низко погрузился уже. Но я не буду больше далеко возвращаться. На тачке Good Mod, я понял. А как это погружаться, я не буду? А я... Нумпадом надо. Восьмерка, пятерка, шестерка, как обычно, крестовина. Тихо. Ой. Ну блин, новая краска. Уже краску новую мне не сделает. Я шучу. Я может не новую краску сделать, а новую машину. Нормально, возвращаемся уже сейчас потихоньку. На сушу. О, кстати, строим так ракеты, чтобы она была в воздухе. Это как обычная ракета. Ну да. Вот торпеда под водой, а в воздухе она. Видишь, она вылетает четенько вообще. Зайди на мой стримчик. Короче, сейчас тебя забаню, слышишь? Лепиздрик. На тебе. Заблокировать пользователя. Все, зашли мы на твой стрим. Кому еще на стрим зайти? Смотри, пиарится. Ты смотри на него, грамотей. 659 человек смотрит. Нифига себе.
Ребята, я чувствую, что стрим по GTA 5 удался. Блин, может, может какой-то мод скачать тоже мне использовать? Ну, это читы, да, у него конкретно? А это уже у него читы. Когда ты зайдешь в онлайн, может забанить. Не-не-не-не-не-не-не. Это как только если удалить? Ты хочешь использовать эти читы, но только в закрытой сессии, если хочешь. Да, если... А, ну вот как сейчас, да, я использую, играю вот. Да. Но как он, например, использует, но только... Во, вот это вертик. Так. Пацаны, это сила, я не знаю почему, кстати, но... Кстати, он может еще как самолет летать и как вертолет. Вообще сила. Там нужно как-то трансформироваться, чтобы у него крылья вот эти вот... Нормально, 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 Ярик, потихонечку влетим. Стой, стой, давай мне от третьего лица и задержи Е. А что будет? А, я знаю, он ускорится. Нет, держи Е. У него пропеллеры вперед выпрямятся. Не, я... Не. Пропеллы держи. Ой, я бомбы сбрасываю. Кстати, а что это со мной? Эй! Если Кош убрать этот текст, чтобы его показывать. Димас, забери меня, я внизу. Почти. Сейчас, подожди. О! Вот, а включи вертикальный взлет. Вот, вот включай вертикальный и спускайся. Вот я прям. Офигеть, вот это мощь! А, Е надо не зажимать, а удерживать, один раз нажать. Трансформироваться, да. А чтобы бомбу. Смотри, что я чётенько. Да, я ж профи, ты шо? Да. Попробуй пролететь, ты на двух, будет эффект? Какой эффект? Смотри, кого эффект. Эй, по мне какой-то челик стрелял, он ну, такой тяжелый. Водой, не-не-не-не-не, все, Ярик, у меня свои тут приколы, я начинаю наваливать просто. Просто псих, смотри сейчас, какие трюки буду делать. Какие трюки никто на планете не может делать, только я один. Обмануть хочу радар. Эффект есть. Нет, это от того, что ты летишь. Но надо их опустить тогда в другую сторону. Да. Тогда будет прикольный эффект. А как я вижу. Ну блин, говно. Пока он выровняется, я умру. Сколько лет Ярику? 10 лет. Так, что он еще может там интересно показать? А, сними пыжи. Погони на Белазах, ПЖ. Ну, наверное, не на этом стриме. Сейчас же стримы будут каждый день. Димас, каждый день. Его, проси, пожалуйста, ну, того, у кого есть вот это... Во, это самолет такой маленький? А в реальной жизни есть такие самолеты? Нет. Димас. Ну, ты, он же стримит, он тебя на стриме слышит. Ты поехни меня сейчас, пожалуйста, человек с магией, если ты хочешь. Нормально летим. Ты можешь ракетами стрелять? А он не может, да, наклоняться, как я хочу, как я думаю, да? Он не может. Он просто более устойчивый такой. Ля-ля-ля-ля-ля. Он реактивный тяги. А как что еще? А, ну где? А, Димаш, потом сядешь где-нибудь? Да, у него такая прикольная физика, непривычная. У-у-у-у-у. Нормально струячим. О, я вижу, там летают пацаны. Короче, лечу назад на пляж. Жесткая посадка. Какие-то звуки, пищалки, дрещалки. Так, ну оно и не всегда работает, я понял. Димас, будет завтра стрим? Да. Кстати, давайте будем голосовать, что завтра мы стримим. Брик Рикс, Гаррис Мод, GTA 5. Голосуем прямо сейчас, давайте. Я читаю чат. А, кто любит Димаса? Чатик, давайте. А я пока не зайду сюда, тут чекну, что там нам. А, задонатил нам Бородин Александр. Привет, смотрю все твои видео, как дела? У меня все норм. Дела у меня хорошо. Спасибо тебе за донат. Спасибо, что смотришь мои ролики. Задонатил Елисей Пономарев. Привет, Димас, как дела? Я тебя в ВК написал. Зайди, прочитай. После стрима зайду, почитаю. Спасибо вам за донатики.
А мы погнали дальше. Там еще один череп за донатом. Да? Да. Так я прочитал уже то. Нет, там три доната. Так я читал то раньше. Я читал это раньше, ты не был, ты просто в этой комнате. Ты меня отвлекаешь от классного стрима. Воу, воу. Ну вообще псих. Помните, вспомнить для активный этот байк? Ля-ля-ля-ля-ля. Прикольно, капот приоткрытый, движок там видно. Сигнал такой мощный. GTA 5. Brick Ricks. GTA 5, GTA 5. Шо? Он на батискафе летает. Кто любит? Любит Димас отчать. Так, GTA, почему с Димоном не снимаете? Димон говорит, не хочу, будет сам снимать. Тарарарара, Гаррис Мод, GTA 5. Вас так много пишет. Короче, Brick Ricks точно не выиграл. Там больше, по-моему, GTA 5 пишет. И Гаррис Мод. Короче, 50 на 50. Угу. Куда мы едем с этим челиком? Куда-то едем, так, секундочку. Так, нормальненько. Продолжаем. Покажи, что ты, чувак, лучше сверхъестественно. Что ты мне эту корыто показал? И что? Ну да, тачка крутая. Но после тех леталок и переделок, это говно. Я покидаю ваш борт. Давай что-то веселее. Сильно скучно. После того всего. Это читерся, заспавнит реактивный байк. Заспавни реактивный байк. А, вот так значит, да? Давайте, испоганьтесь. Я к ним со всей душой. А они не любят проигрывать, как я. Так, что мы будем кого-то бить? Вот эта дубинка Ярик, смотри, как она прикольно бьет. Это свидетель. Ты понимаешь, что свидетель, они ж как? Мешают нам. А, да нет, там муха пролетала, и она не мешала. На. Ты чё, не вообще на мента нарвался или чё? Три раза в будку получил. Ты чё, а? Иди сюда, падла. На. Щенок вонючий. Против ментовской биты никто еще не выжил. Да, классно, ментовская бита. Дубинка. Смотри, вот идет и думает, а я иду. Это было реально, еще вот это об стенку, это было реально жестко. Ты че, это же твои читы тебе не помогут. Вдвоем! Да как? Да как? Это было эпично. Ля-ля. Слышь ты, я тебя по жопе надаю. Слышишь ты? Эй! На тебя сразу три человека. Эй, на тебе. Бей, правильно, по морде его бей. Все, ребята, я понял, Гаррис Мод победил. Ну, может быть и GTA 5. Время много у нас. Можно один час Гаррис Мод, а один час GTA 5. Да, наверное, надо так сделать по любасу. Так, сколько Гаррис GTA 5 у нас длится уже стрим? Все, один час. Не знаю, продолжать может... Когда это? Тогда играем дальше. Стрим продолжается, ребята. Все это фигня. Давай, Миша, по новой. Мы так делаем. Так, продолжаем тогда стрим и читаем чатик. Мне это даже нравится. К нам должны просто гости прийти. Но это так не работает. А я сейчас возьму их и шо? Как я мог покончить с собой? Я сейчас вас, друзей, удалюсь, и будете меня нечестно убивать, говнюки. О, ментовская машина. О, поехали. Поехали. Что? Скрещенный человек. Он меня выгнал. Да как? Ну что это за баг? Да я так не играю. Да подожди, стой. Перемещение двух видов. Хорошо. А я на машине буду стоять. О, я знаю, что я сейчас сделаю.
Так, сейчас секундочку даю. Дирижаблус. Пацаны, садитесь. Модная машина. Давайте оружие достаем. Расчехляем все оружки и мочь. О, Формула 3? Ого, я хочу это смотреть, участвовать, как вы мочите такими пушками всех. Машина, а что это она в невесу? А я рассоль-то плохо делаю. Та вообще чётенько. Да я прокачусь на Формуле 1. Пожалуйста. Я ни разу в GTA 5 не ездил на таких машинах, отвечаю. Я вообще не знаю, что такое тут есть, что есть такие машины в GTA 5. Оно говно не садится, владелец, открой. Что, ключи, как и я, вечно в кармане ищешь. Давай, испоганься. О, офигеть, хоть поиграй, реально. Ты шо, мощь? Это было? Нитро. Блин, ну голова! Ну, Ярик, ну не смейся! Я ж его. Не-не-не-не-не-не-не. Ага. Я... Ну да, она видела, как я возродился из ниоткуда. Она снимет видео и выложит в YouTube. Человек появился из ниоткуда. Пять видео будет таких. Так. Она посреди столбов так ныкается, как будто ее не видно. Это мужик, что ли, был? Моя машина. Я ее еще думаю, где я ее поставил? Не, я всегда стекло разбиваю, сейчас еду ставить новое. А, можно видос? Можно. Попробуй в CSGO. Не, я в CSGO не могу играть, у меня жопа горит. Не знаю. Метка стоит, едем на метку. Нормально строю. Не, я в CSGO не сильно люблю играть, не мое это. Надо же повыпендриваться перед поворотом. А что здесь? Что вообще метка тут стоит? Пацаны какие-то поставили. Ты походись ко мне тогда все. Так, ладно. Все, будем заканчивать стрим, к нам пришли гости. Если вам понравился этот стрим и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. Да что ты орешь? Все, ребята, завтра стрим ждите и утром ролик. Я лечу сейчас. Вот это жесть! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Маквейт, Гусанек, Думыч, пацаны, поздоровайтесь. Привет. И всем привет. Всем здорово. Ребятушки, сегодня у нас GTA 5, каскадерские гонки, веселье, угар. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем гоняться. Ну что, ребятушки, первая гонка на мотоциклах и очень классная карта. Надеюсь, вам понравится, вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день, и кто смотрит на моем канале... Все больше и больше разнообразных игр мы записываем. Ну что, пацаны, я должен победить. Полетели. Ого, у вас там крутые байки. Я какой-то рахит на себе взял, что ли? Я тоже взял. Ну ничего. Сейчас будем мы играть на умения, потому что я должен всех сегодня сделать. Всех. О, смотрите, я их догоняю. Пошел в жопу, щенок. Не-не-не, пацаны, я первый, ура. Напишите в комментариях, кто же из нас самый первый приедет в этой гонке. О, блин, солнце слепит. Ух, блин, это жесть! Ага, шифтом наклонять моток, так я помню, Ctrl и Shift. Вот это класс! Люблю такие гонки. Надеюсь, ребят, вам тоже понравится этот рельтосик. Ты смотри, что делается. Так, красиво входим в поворот. Да, смотрите ролик до конца, потому что в конце будет все жестче и жестче, и классные карты у нас будут. Это пока есть такая, знаете, лайтовенькая. Кто-то врезался! Вот ты нас трое! Один отсеялся! Отлично! Так, это у нас Гусанек, насколько я вижу, летит. Так, а здесь куда? А, вижу. Блин, да чуть не докосячил! Налево-направо? Давайте налево поедем. Я должен первый приехать. Так, я пока есть второй. Эй, отвали! Нет. Третий уже? А где ж первый? А это Сань, наверное, первый.
Мотоцикл еле едет в горку. Что за рахит у меня мотик такой? Ну давай, мотик, едь! А чё, у меня бензика нет? Или так и должно быть? Ничего не въехал. Наверное, очень большой уклон, что мотоцикл не тянет мой. О! Я ещё люблю гонки, где есть парашюты, всякие там приколюхи, прыжки на машинах через всякие препятствия. Надеюсь, в этом ролике эта карта попадется нам. Ох, впереди, смотрите, что нас там ждет. Вот это прикольчик. Пошел в жопу, отвали. Эй, я из-за тебя чуть на ускорение не доехал. Блин, туда, если закосячить с ускорением, то все. Слился. Блин, ну не тянет в горку мотик. Вообще не тянет. Слава очень едет. О, уже, вот это мне уже нравится. Блин, засмотрелся. Я засмотрелся на экран. Мне какая-то фигня высветила слева. 15 обгонов. Блин, зачем вы меня отвлекаете? Теперь я четвертый. Это все из-за гусанька, блин. А что я? Да надо кого-то обвинить. Я же хочу, чтобы... Ну, не я был виноватый. Это ты мне какие-то сообщения шлешь специально, а я отвлекаюсь. Да, это все правда. Блин, да неужели я четвертый приеду? Нет. Так не должно быть. Я затормозил. Тут прям надо красиво приземлить. Саня, подрезаешь меня? Давай, Санек, подрезай всех, пожалуйста. Блин, я вообще никого не вижу. О, я третий! Я третий! Класс! Так, давай, давай, мотоцикл мой. Лети со всей силы. А шифт не ускоряет здесь, не? Нет. Шифт это... Ты поднимаешь колесо наверх. Ага, понял. Нет, так шифт это вроде ты придавливаешься к земле. Это контрол поднимать. Да, контрол поднимать, а шифт это... А я будто, знаете, как прижимаюсь, такое ощущение немножечко. Ой-ой-ой, да что ж ты делаешь? Блин, ребята, вы видите, что творится? Специально мне врезался в бочину. Да я знаю, так здесь придумано. Продумано все до мелочей, чтобы друг другу мешали. Никто из подписчиков не ожидал, что буду записывать GTA 5, поэтому зашло мало людей. Но ничего, следующий ролик по GTA 5 уже, наверное, будет очень много людей. Да не, ну я не хочу четвертым ехать. Мне как-то это вообще не нравится, если честно. А если буду с контролом? Мне контрол не... Есть! Есть! Третий! Так. Ай-яй-яй-яй-яй, красота! Отлично, отлично! Все, это сейчас финиш будет, нет? Нет, еще не финиш. А еще не финиш. А я знаю, видишь, проверял, тоже заметил. Так, вот здесь вообще надо по красоте. Пойдет. Он сзади, он прям в притирочку сзади летит. Ой, хорош, хорош. Так, давайте здесь налево поедем, чтобы друг другу... Ну смотри, что делает. Мешает мне ехать. А кто это сзади врезается в меня? Отвали, отвали, пожалуйста. Дай приехать хотя бы третью. Гусаня, как всегда, видите, счетерил и едет первым. Нет. Я уже есть, я третий, наконец-то не последний. Блин, ну я, конечно, накосячил там. Гусуняк, видите, прислал сообщение мне. Я не знаю, надо же кого-то обвинить. Ребята, если вы знаете какие-то очень классные карты на прохождение или вот такие экстремальные гонки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы их обязательно добавим себе в список и поиграем их в следующем ролике. Я даже, если классная карта, скажу, кто мне ее скинул. Ребята, еще жестче трасса. Надеюсь, сейчас я приеду первый. Сейчас, конечно, будет сложновато. Уже не будет легко. Но карта, конечно, замудренная и просто крутецкая. А чё я первый стою? Потому что я создал ее? Смотрите, как я красиво стартану. Они просто ставят первых, кто самое круто ездит просто в GTA-шке. Тех самых первых ставят. Я не знаю, почему так придумал на ходу, как всегда. А тут уже вылететь можно. Здесь уже прям, знаете, ребята, накосячил, приехал последний. Поэтому косячить нельзя ни в коем случае. Ух ты, ты чего? А, тут же слипстрим, да, типа можно за мотоком ловить? Да-да-да, вот я ловлю ветер. И поэтому, щенок, ты улетаешь. Ух ты, еще чуть в скалу не врезался. Ха-ха-ха, я буду первый. Слышь, отвали, отвали. Эй, ты что, хочешь, чтобы я пыль глотал? Нет, такого не будет. Блин, тут реально вылететь можно. Да, Гусанёк, не вылетел? Так ты зараза, блин. Я думал, ты вылетишь. Было бы очень круто. Очень. Слышь, ты. Шумахер. Ух ты, как, блин, мотик надо ложить. Ребята, очень опасная гонка. О, кольцо. Ух.
Красиво, красиво летим. А что за звук? Прикольно. Блин, еле заезжает этот рахит. Ну тут, конечно, гонки вообще классные. Блин, круто сделано. Давно не играл я в GTA 5 такие прям экстремальные гоночки. А гусь у меня, смотри, отрывается, зараза такой. А это куда нам сейчас надо? Ну вот, по стенке заезжать прям надо, ты видишь? А у тебя не отображается, что ли? Нет, отображается, я вижу. Уху-ху-ху-ху-ху. Ой, блин, я вообще сначала тоже не въехал сначала, куда ехать. Не въехал, куда ехать. Блин. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вам нравятся такие гоночки. И вообще, GTA 5, нравится вам или нет? Мне нравится GTA-шка. Давно мы ее не записывали. Надо разноображивать канал разными игрушками. Нравится GTA, когда я еду первым. Ну, ты сейчас сольешься. Это я специально тебя пропускаю вперед, чтобы мы друг друга не мешали. Блин, а чуть не вылетел, если честно. На канунях. Все, пора уже, знаете, ребята, его делать. Пошутили и хватит. Согласен. Мы с Гусаньком, видите, как хорошо оторвались? Блин, а здесь такая узкая вот дорога. Здесь надо прям идеально ровно лететь. Ух ты. А что это за паровоз там? Катер какой-то приближался. Так, догоняем гусанечка. Ну что, гусанек, последние твои слова. Первым. Я буду первым. Да не, щенок. Я первый буду. Как я тебя сделал? По красоте в воздухе, ребята. Хорош, шутки прочь. Тупо лупашим на все бабки. Ты что, офигел? Слышь, ты прям перед финишем. Блин, я удивлюсь, если ты не так быстро в следующий раз сделаешь, когда уже будет финиш. Блин, да я тебе хотел скинуть с трассы. Короче, надо мне какое-то западло тебе делать. Только так я смогу выиграть. По-другому я не выиграю, ребята. Так, надо придумать, как же его сделать. А ты притормозил сейчас или нет? Нет. А то я так легко как-то тебя сделал. Это было очень странно. Улетел? Нет. Блин, я врезался. Ё-моё. Видите, ребята, вот так хоть хочешь сделать одному западло, а сам попадаешься. Так, ну все уже. Пора уже не косячить, а прям красиво ехать. Сейчас, конечно, начнется такая карта интересная. Особенно там участок такой с искажениями. Да думаешь, ну блин. Что вы там, за четвертое место боретесь? Я его скину. Мы с гусеньком за первое боремся. Ой, красиво приземлился, какие-то там аж запчасти повылетали у меня. Чё это за звук такой странный? Ой, красиво приземлился. Блин, мотоцикл колбасит на вот этих вот подъемах. Наверное, предупреждение, куда ехать, снимите, как скажут. Да? Да. Ну да, и пароход там жужжит постоянно, непонятно что. Так, все, гусанька уже пора делать, потому что мне надоело вот это его первое место. Ну все, гусанечек, я первый. Ты не врезался там, не? А, ты чё там буксуешь? Гусанёк, ну что там, нормально всё? Если первый! А чё ты там вздыхаешь? Ты расстроился, да? Ну, просто я должен. Фига ли ты должен быть первым, вот объясни. Чего вдруг? Ну вот, для баланса вселенной. Все, Гусанёк, я вылетел, сейчас ты меня обгонишь. Ты рады? Нет. Я пошутил, я не вылетел. Ты наверное видишь, да, меня? Да, я вижу, да. Далеко я от тебя оторвался? Да, я еще и вылетел. Ребята, классяк, классяк. В следующий раз мы, конечно, соберем очень много людей. И будет уже прям, знаете, 8 игроков. Было писать, если бы восьмером, да, все-таки было бы классно. Ну вот, никто не знал. Был бы турнир. Ну ничего, нежданчик — это самая интересная штука, что может быть. Ничего, мне даже нравится с вами посоревноваться. В этом есть прикольчик такой. Я врезался, гусанек. Я умер. А как сброситься? Блин, ребята, я тупо накосячил, представляете? На F зажать. Я вылетел с трассы. Блин, знаете, вот это радуешься за кого-то и сам вылетаешь.
Ну трасса сложно. Сложнее, да, чем первая? Да. А сейчас я еще сложнее возьму. Я первый! То, что я деньги покупал. Ну что, теперь я должен всех вжучить еще раз. И тогда будет удачный ролик. Я должен всех сделать по красоте. А что, вы уже там газуете на все бабки? А, теперь я уже не первый, видите, рандомно ставят. Я первый. Ну, порадуйся. А вот, ребята, с гонками я получше дружу, чем с мотоциклом. У меня в реальной жизни есть еще права, видите, что творится с пацанами? Сейчас мы их сделаем. Главное что, не спешить. Вот видите, что они делают, ни себе, ни людям. А ну все, щенки, пока. Ой, я знал, что они накосячат, я был уверен в этом. Саня, блин, Саня. Так, подождите, а, контр. Тихо, тихо, машина. Машина, все, есть, поймал. Это было эпично. Это было четко, что я ее поймал. Я прям слышу, как сзади кто-то летит. Да, вот видите, что делает полудурок. Ну зачем ты это сделал? Ну блин, видите? Все, я с тобой не дружу. Ты плохо поступаешь. Представляете, что сделал? Взял меня с карты, выкинул. Вот так, я к ним со всей душой, по-хорошему. А теперь придется тебе выиграть, понимаешь? У теперь только так. Сейчас посмотрим, что там будет, может он накосячит. Ну-ка, я даже уверен. А кто меня скинул вообще с карты? Я. Думгай. Видите, не может выигрывать по-честному. Грязная игра у него, понимаете? Обычно я всех... А, я не скидываю никого. О, смотрите, еще один. Да ну не скидывай, пожалуйста. Ну сам говоришь? Ну, а потому что ты сам подлез. Я ехал прямо, ты сам подлез под мое колесо. Ой, красиво. А так и задумывалась, что в трубу заехать? Да, да. Может, у меня машина медленная какая-то, не? Или так это типа для баланса, да, так сделала? Да, для баланса вселен. А, я понял, мне эта фраза нравится. Опа, опа, опа. Так, здесь надо прям четко. Ой, это блин. Бетти, кегли. Ой, красиво приземлился. Ну, с виду такая тачка вроде быстрая, а едет как рахитка какая-то. Мне кажется, она в одиночке или когда вот не в гонках, она быстрее едет. Ой, красота. Так, я уже догоняю. Я уже догоняю пацанов, поэтому сейчас будет у нас драка за первое место. Ё-моё, ну ты что? Ты видишь, что он делает? Ну, хотя это я сделал. Блин, это жесть. А, пока он там петляет, все нормально. Я второй. Гусенек, ты первый? Я первый пока что. А, ну все. Что там дальше, жестко? Ну, я лечу сейчас. Вот это жесть! Вот это? А тут парашюта нету? Не-а. Так, выравниваем тачку сразу, заранее. Вот, четко идеальное приземление. Практически. Вот это был полет эпичный, да? Прям вообще круто. Сейчас еще будет полет. Так, догоняем гусанька. Потихонечку я уже его чуть-чуть и догоню. Финиш, я уже лечу к финишу. А так это не это финиш разве? Да. А не будет второго круга, да? Да. Да блин, я хотел еще второй круг. Ребята, четвертая гонка должна быть более эпическая, потому что мы взяли еще круче карту. Вот сейчас я должен все сделать. Блин, как-то тачки здесь круто выглядят. Просто обалденно. Прощайте, щенки. Так, сейчас мы сделаем как в тот раз. Немножко их вперед пропустим, они там накосячат. Ты что, там на тормозе стоял или что, я тебе в жопу въехал? Эй, ну вот зачем? Видите, с кем я играю? Такие, как я все. Жоподлисты, жопоглисты. Ну ничего, они сейчас там накосячат, потому что в любом случае гонка очень сложная. Видите, первый ушел уже. Понакупляет прав себе. А кто-то был на красной тачке врезался? Тихо, тихо, yeah. Тихо, тихо. Осторожно, там... Осторожно. Вот. Ой, круто, блин, прикольный такой, знаете, зигзаг такой. Мертвая петля. О, опять какая-то сирена. Я не понимаю, что мне с камеры сейчас рыгать буду, блин. Ой, красиво. А чё я первый? А я первый, пацаны. Сейчас будешь второй. А кто там остановился? Я так и не понял. Это я случайно. Это я случайно. У меня вылезло выйти из сессии. А чё у тебя машина быстрее, чем у меня? Объясни.
А, ты слипстрим ловишь, да, со мной просто? А я уже вылетел. А, ну вот, вот видишь, к чему приводит неумение ездить на классных тачках. Пока, Думгай. Маклуэр. Так спокойно она едет, знаете, такое ощущение, что на каких-то жигулях еду. Почему она такая медленно? Я так понял, для того, чтобы баланс был, я переостанавливаюсь, а вы быстрее едете сзади, чем я. У меня такое ощущение, что так и разработчик так задумал. Думаешь? Ё-моё, ничего не понимаю, что с картой? У-ху-ху-ху. Знаешь, почему у меня ник Маквейн? Потому что Маквейн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что с машиной произошло? Она как рахитка начала у меня ехать. Пацаны, вам сейчас там часть карты очень понравится. Ты тоже занесло тебя там, да? Да. Там, наверное, всех заносит. Что-то у меня с машины это вообще колбасить начало. Что-то странно, короче, себя повела. Наверное, там так задумано. Или я просто рахит. Нет, тогда мы с Гусеньком вдвоем рахиты, раз так понесло машины. Да блин, а почему он ударился? Ребята, вот что значит, умеешь классно ездить на тачках. Кайфуешь себе просто. Спокойно едешь себе 50 километров. Такое ощущение, что я еду. Первый круг есть. Второй решающий. Пацаны сзади там нюхают пыль. Ты сейчас будешь ее сам нюхать. Чего ты это взял? Даже опять что будет там есть? Петли, ты накосячишь там или врежешься вот тут где-то в барьер, в забор. Смотрите, я уже знаю, как здесь проезжать. По красоте. Пролетели. Ой-ой-ой, вот это эпические кадры. Ого, я чуть чувака не врезался, он там летел. Только Соняк, ты, наверное, летел. Вот было бы классно, если бы в тебя врезался. Давайте четко на колесах приземлись. Вот, идеальное приземление. Просто идеальнейшее. Никого не вижу. Блин, посмотрел назад и врезался. Нельзя, нельзя отвлекаться, ребята. Нельзя ни доли секунды отвлекаться. Пятик нельзя. Не бойся. Нет, чувак, я тебя пропускаю. Вперед, езжай. Все равно ты накосячишь там, я тебя сделаю. А у него машина быстрее, обратили внимание? Да, потому что я ее выбил за миссию. А, поэтому ты... А, видишь, разработчик делает так, чтобы читерски можно было выигрывать. Я все понял. Все, я тебя не догоню уже, у меня машина медленнее, чем у тебя. Вот это мне не нравится в GTA 5, что если у тебя есть бабки, ты за донат можешь себе купить все. А я просто прошел миссию. А я мимо трассы прыгнул, представляешь? Ну все, Гусенек, ты будешь первый 100%. Я третий! Да ладно, а че я промахнулся там? Я так и не понял. Что у меня с камерой? Да, она тут как-то очень странно ведет себя, эта камера. Так, ну ладно, давайте уже хотя бы не третьим, четвертым хотя бы приехать надо. Ой, четвертым, вторым. Ой-ой-ой. Ребята, вот сейчас было эпично. А тут ты там сверху, да, прыгаешь? Не будешь вторым. Я не буду вторым? О, вот это сейчас зря ты сказал. Сейчас ты там накосятишь. Так, все, я вас подожду. Подождешь нас? Да. А, ну давай. Меня подожди еще. А кто это едет? Ой, я вижу, как чувака понесло. Блин, ну его-то понесло, но это никак не сыграло роль. Блин, я третий. Да я поддался. Я поддался там. Если понравилась эта серия и эти гонки в GTA 5, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.